Ребята, всем добрый вечер, всех с праздниками. Сейчас работаю в такси, друзья. Буквально минут 10 назад случился конфликт в такси. Короче, забрал двух взрослых и ребенка в Юбилейном. У нас здесь в Саратове есть поселок Юбилейный. В общем, посадил их, ребенка в кресло. Эти люди, один впереди, мужик сел, женщина сзади, как я понял, это муж и жена. И вот едем, короче, вроде все нормально было. И в какой-то момент этот мужик говорит, телефон положил на панель, типа... Телефон свой не трогай, ты ребенка везешь. Я говорю, я ничего не положу, я смотрю просто заказ, какой есть еще на будущее. То есть я уже готовил как бы следующий заказ, и я знал, куда их довезу, допустим, и наперед уже смотрел, какие варианты есть. Я обычно так всегда делаю заранее. Но там движения не было, на часах час ночи, ехали в Юбилейном, грубо говоря, там такая дорога ровная, широкая, машин вообще не было. Ехали километров 40, наверное, ребята. Я буквально одной рукой контролировал телефон и так одним глазом посмотрел на телефон, и он говорит, телефон положил, бросил, ты людей везешь куда-то и типа в телефон полез. Я ему говорю, ты у себя дома будешь командовать. И вот слово за слово, ребята, случился вот такой конфликт. Сами посмотрите и оцените, ребята, что скажете. Может, я где-то был неправ, может, эти люди неправы. В общем, своим мнением поделитесь обязательно, будет интересно почитать, друзья. Все, смотрим. Я приму, да, у меня ребенок в машине, понимаете? Водитель ведет себя просто неадекватно. Это они неадекватные, они пьяные просто оба. Как они хорошо, могут с ребенком, как вы можете так с ребенком ходить, если слушай, вы пьяные оба? Я просто говорю, вы же пьяные, реально. Давай вот на экспертизу съездим, посмотрим, кто из нас пьяный, кто неадекватный. Мы алкоголь, мы не отказываемся. Если мы бы я был неадекватен, пьяный. Вы не захотели поехать, я вам говорю, выходите, я не еду туда работать. Я тебя попросил положить телефон, чтобы ты не переписывался во время езды. Не езжайте со мной, я же вам говорю, я вас и не хочу вести. Вот ждите, когда за нами приедет. А зачем мне вас ждать? У меня другая работа, я сейчас других возьму, нормальных людей возьму. Да не возьмешь ты больше никого. Таких клиентов у нас миллион. Не возьмешь ты больше никого. А давай поспорим. Да не надо спорить. Ну а что тогда? Что ты умничаешь, сидишь? Давай я не поспорим. Умничаю, я тебе говорю. А я тебе говорю, я больше возьму. Больше ты никого не возьмешь. А я говорю, тебе возьму. Хочешь, поспорим давай. Штукарь отдашь еще. Да не надо мне спорить. Ну а что тогда рот свой открываешь? Маленько, Варюш, успокойся, зайчик. Ты думал, здесь все такие... Ты, походу, да я ничего не ты думал. Перепутал, походу. Ты на работе, походу, командовать привык, да? Или кто ты по работе? Грузчик, дворник? Да я просто говорю, меня вы что? Уже один такой чмошник задавал вопрос. Ну вот такие же чмошники, как ты, очень много, я вот таких вожу. Какая разница? Кто да большая разница. Работе? Если вам не вы нравится, я вам сказал, выходите. Ты сейчас, на работе? Я на работе. Ты на работе? Да, я на работе. Ты должен выполнять свою работу? В смысле? Я нормальных людей буду возить, таких вы я не повезу. Вы едете за рулем, вы держите в руках телефон. И что? И перепишешь. Это мой рабочий аппарат. И что? В смысле? У вас рабочий аппарат стоит вот здесь. Вот мой рабочий аппарат, вот программа здесь у меня. А это всего навигатор. Нет, если ты вы... ехал и переписывался. Вот. Я ни с кем не переписывался. Да подождите, вот ты даже просто сейчас мы возьмем телефон и проверим, ну. Когда вы были в сети, это все покажет. Ну проверьте. И что, вы хотите сказать? Проверьте. И что вы хотите сказать? Что это нет, ничего... вы что-то хотите сказать, я да говорю, ничего не проверьте. Хочу. Так, все, успокойся. Успокойся. Не, я-то спокоен. Это ты не спокоен. Начал. Ты же сам начал. Я ничего не начинал. Да как не начинал? Я за рулем ехал, ты говоришь, давай останавливай, телефон убери. Кто я попросил тебя убрать телефон. Так я тебе отказал. Я тебе отказал. Вот именно, ты мне отказал. Я тебе должен что, с тобой соглашаться, что ли, во всем? Ты же не у себя дома, ты в моей машине сидишь. Девушка, я вызывал в Соколова гора в районе Старинки. Нет возможности, у меня ребенок в машине маленький. Да, отменяйте. Пойдем, Варя.
Ты вызвала? Не, я-то вам все-таки что нужен, для чего? Для меня для чего держите все-таки? Ну, для того, чтобы на улице не стоять. А там мороз. Да там мороза нет, там тепло сегодня. Давайте на заправке хоть высажу вас. Нет, там вот. Нет, такси вы вызвали на Некрасово. Вы же сами просто не захотели поехать. Не, меня просто сейчас удерживаете, ну, незаконно. В смысле незаконно? Не, мою работу сейчас задерживаю. А, ну ты сам просрал свою работу. Вот ты бы спокойно нас довез, ну, положи бы телефон. Вот. Не, ну, просто... я бы довез, если ты... бы нормально ну... вы себя вели. Слушай, вам я нельзя... тебя попросил просто положить нет, телефон, а потому отказал. Что я сам водитель, я знаю, что такое отвлекаться. Я вам отказал вежливо, правильно? В смысле вежливо ты отказал? Я вам отказал, вы мне сказали... Ты сказал, выходи из машины. Нет, вот так ты мне отказал. Я сказал, выходи из машины, когда ты говоришь, телефон вы бросил. Отказали? Вы я отказали говорю, положи телефон том, и все. Положи телефон. Конечно. Вы я отказал. Не имеете права. Ты считаешь, я ты водитель, ты знаешь прекрасно, что не можешь. Ты я могу, не имеешь права ездить. В смысле, за рулем с телефоном? Я разговаривать не могу по закону. А в руках держать телефон я имею право. И переписываться. С кем переписываться? Да не важно, с кем ты переписываться. Я не собираюсь выяснять, с кем ты переписываешься. Каких вот смертельных случаев? Если... Так, все. Если вы выпили, ведите себя адекватно. Слушай. Это просто реально в Ютубе будет. На моем канале вот эта вот тема по-любому будет. Я вам просто слушай, обещаю. Таких, как ты, вот до хрена. Так вот, я те, и говорю, таких пьяных. Из пустого места, в смысле пьяных. Ну вот от тебя не все жестко, и реально все. Да, ну, я сейчас выпил, и что? Ну если ты пить не умеешь, как сказать, не пей. Ты в смысле не пьешь? Я не пью, я просто работаю, реально. Нет, в смысле, ты не пьешь? Я не пил, на празднике даже не пил. Я потому что ты серьезный, адекватный человек, да. А, то есть я неадекватный. Но ты так повелся. В смысле, то, что я неадекватен в том, что водителя попросил положить телефон во время того, когда ты... По пути следования ты нет, переписываешься время, с кем-то. Во время пути я телефон могу хоть где держать, я разговариваю ты с ними. Ты переписывался. Я ни с кем не переписывался. Все, телефон у меня в руках. У просто. Тебя сзади сидит маленький ребенок в кресле. Ну, вот. все по закону, в кресле. А ты едешь и переписываешься. С кем я переписываюсь? Да я не знаю, мне зачем это надо? Я и говорю, зачем тебе надо? Ты просто резко начал командовать, кинь телефон. В смысле, кинь смысле, телефон? Я тебя попросил положить. У меня даже дома никто мне так не говорит, кинь телефон. А ты так какой сиди тогда дома и не... Сиди дома. Не, вот ты сиди дома и командуй. Я же тебе сразу так сказал, ты дома у себя будешь командовать. Ты в моей машине сидишь, еще командуешь. Это просто уже неправильно ты себя повел. В смысле? То, что я попросил водителя положить телефон и не переписываться. Так я тебе такси. Вежливо... Я тебе вежливо отказал. Да, правильно? Ты остановил, говоришь, ну, да. Выходи, да? Не, я сказал, выходи, когда ты говоришь, телефон кинь, и ручник еще дернул, так себя не ведут. В смысле, ручник когда? Дернул? Я когда? Бы сейчас уже другой заказ взял, когда? Я поехал, меня человек стоит, ждет. Когда? И ты мою тачку, да. Короче, ты уже сел за руль буквально, ты мою тачку чуть не отжал, вот все видели. В смысле? Ты ручник дернул на ходу, в смысле, так делается, что ли? Я же уже тронулся, вот ты его дернул, ручник, так же не делается, брат. Вот не брат ты мне. Я и говорю, ты вот не брат мне. Не брат ты мне. Да, говорите. Ты мне не брат. Ты, ну. Ты сейчас что, хочешь заработать баллы на Ютубе? Так по-любому они будут, потому да, что конечно. Ты на ходу тачку останавливаешь. На каком ходу? Потому... Да ты ручник найдем, сейчас дернул. А из-за чего я дернул ручник? Так выход и мы найдем сейчас. Я же говорю. Я говорю, из-за чего я ручник дернул?
Потому что ты просто тупо начал ехать куда-то. Так меня человек ждет. Я вам говорю, вы не захотели со мной поехать. Ребята, они со мной не захотели поехать. Я говорю, ну выходите, ради бога. Они меня сейчас незаконно удерживают. Человек... Извините, мы его все. Совершенно незаконно удерживаем. Человек ждет. Отказывайтесь, пожалуйста, от этого такси, если он только к вам приедет. Поехали. Только тачку не помните, аккуратно. Да. Ребят, ну что скажете, как вам это видео? Если вы внимательно посмотрели, поделитесь своим мнением. А ситуация такая, в принципе, неординарная. Можно и пассажиров понять, можно и меня понять, что я такой, в принципе, горячий человек. Когда меня жестко пресекают какие-либо мои действия, я тоже начинаю немножко газовать. А бываю, что, ну, даже чересчур. В общем, ребята, жду ваших комментариев. Пишите. Также поставьте большой палец вверх, ребята, подписывайтесь. Я думаю, впереди еще будет много интересного. Все, всех еще раз с праздником, ребята, обнимаю всех.